Известный украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ заявил, что попытки его задержания по запросам США и Испании – часть кампании по его политическому преследованию. Сегодня земельный суд Вены решил, оснований для содержания бизнесмена под стражей нет, и тем самым отклонил ходатайство прокуратуры в рамках дела об экстрадиции в США. Ранее в четверг земельный суд отклонил такое же ходатайство по запросу Испании. Дмитрий Фирташ уже прокомментировал свое освобождение. Я удовлетворен решением суда. Находясь на свободе, я смогу построить качественную защиту дальнейшую. Все, что происходило со вторника, одно задержание, другое задержание, это никого не оставило сомнений по поводу того, что это политическое преследование меня. Я говорил, что я не виноват, я не нарушал никакого закона. И я здесь, находясь в Австрии, докажу свою правоту.